Социальные сетки на переда дни литерально узорвались за клопоченным пытанием, что отбывается на площади славы областным центре у четверу вечера. Спешаемся супокоить горожан и гостей областного центра. Телеканал «Беларусь 4 Могилёв» и супольность аутоклубов «Могилёв Рейсинг» распачали серую суместных акций. Яны промеркованы до 750 годзе Могилёва, и это был первый флешмоб. У им приняли удел несколько десятков автомобилей. Побудовали композицию, якая оживала заключением света техники. Полное видео этого автомобильного сюрприза можно убачить в программе «Встретимся у звездочета» у четверг 26 студеня у 19:00. Некоторые кадры флешмоба далее у нашей рубрицы «На уласные вочи». Я с вами развитываюся. До встречи в эфире.